Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Вот сегодня вышли трудовым фронтом мы на поливку клумбы. Вот Олег со шлангом, с общественным. Вода там, где мусоропровод. Есть кран, его открываешь. У него ключ ему выдали. И вот он теперь время от времени поливает клумбу. Наша задача нашу клумбу полить. И еще вот эта вот клумба. Мы тут осуществляем деятельность поливщиков. И вот там вот тоже клумба. Надо проливать хорошо, потому что очень быстро пересыхает. И вот углы, Олег, углы вот эти вот на клумбе, они тоже сухие вот все. И вот здесь, может, ты как-то сюда зайдешь и с вот этой стороны польешь. И вот мы стали поливать, и у нас хотя бы растения более или менее в нормальном состоянии находятся. А так, если пройтись по городу, посмотреть, все поникшее, все пожухлое из-за жары. И вот розы немножко пришли в себя. Хризантема. Воды, конечно, нужно достаточно, а так как мы бутылками поливаем, тут сильно не наносишься. Когда прольешь, в принципе, нормально. Ну и капуста ж у нас тут есть, да, Олег? Капуста есть. Капуста, помидоры. Люди уже урожай помидоров собирают, а у нас как там ситуация? Зависть есть? Нет? Не сильно. Помидоры не висят. А я ему задаю вопрос. Слушай, а когда ж мы урожай будем собирать? Он говорит, в октябре. Ну, если у нас даже... Помидоры увидел? Есть? Нет. Ну, может, такие маленькие. Ну, пока сильно не видно, но есть надежда. Но наши подписчики знают, что мы любим зимой помидоры. Ну, хочешь сказать, в первый мороз мы придем собирать, да? Да. Стал барбарис вот засыхать, поэтому мы интенсивно его стали поливать. Астры вот уже подросли. Это астры, которые я высаживала, покупала рассаду. А с перцами как обстановка? Там, как цветочки, там еще долго. Там, наверное, и в октябре не будет, да? Мы возьмем это, на площадке дозреет. Это вот бархатцы такие. Конечно, когда польешь, прохлада хорошо, и вокруг хорошо. И растениям, понятно, безусловно, хорошо. Ну вот, такая обстановка у нас. Вот пошел на вторую клумбу поливать. Ну вот мы вам показали немножко, чем мы вечером занимаемся, когда солнце зайдет. Поливаем грядки, спасаем свои растения, овощи. Ну, на этом мы наше видео будем заканчивать. Всем привет, прохлады вам летней, а не изнуряющие жары. До новых встреч. Увидимся.